Всем привет! Меня зовут Полина, и я продолжаю вещать об итогах недели. Целый ряд стран отказался от участия в Евровидении, а мировые звезды бойкотируют премию Грэмми. Погнали! 4 страны отказались принимать участие в Евровидении в следующем году. Черногория, Босния и Герцеговина, Северная Македония и Болгария объявили о том, что не примут участие в конкурсе в 2023 году. Для Черногории причиной отказа послужили высокие затраты, для Македонии – затраты и кризис. Босния и Герцеговина не принимала участие с 2017 года. Возвращение страны в этом году также не планируется. Вещательная компания Болгарии объявила, что страна может навсегда прекратить свое участие в Евровидении, так как после анализа было выявлено, что программа более не представляет интереса для вещателя. BTS официально уходят в армию до 2025 года. Пока решался вопрос, в каком формате будет продолжать деятельность группа, взявшая перерыв в совместном творчестве, стало известно, что кей-поп-исполнителям придется отдать долг родине. По закону Южной Кореи призываться могут все трудоспособные мужчины в возрасте до 35 лет. Можно пройти альтернативную службу, если имеются особые заслуги перед страной, однако на BTS, как оказалось, это не распространяется. Но вероятно, что группа продолжит давать концерты во время службы в армии. На это дал добро министр обороны Южной Кореи Ли Чон Сок. Дрейк и Уикенд второй год подряд отказываются принимать участие в Грэмми. Они вновь отказались представить свои последние альбомы на рассмотрение Академии звукозаписи. Причиной тому является недовольство музыкантами категориями, в которых ранее номинировались их работы. Ну вот мы и подвели итоги этой недели. Новое видео ждите в следующую пятницу. А до тех пор интересуйтесь музыкальными новостями и слушайте музыку.